Торговые сети Германии предупреждают о росте цен на рождественские игрушки. Энергетический кризис повлиял на их производство. Потребителям придется платить гораздо больше за мягкие игрушки, конструкторы, головоломки, кукол и солдатиков. Повышение цен, по оценке экспертов, составит в среднем около 5-6%. С 1 октября верхний предел заработка для людей, имеющих так называемую мини-джоб, увеличивается до 520 евро в месяц. Работники, которые получают меньше 12 евро в час, имеют право обратиться к работодателю с требованием увеличить оплату труда до установленного законодательством уровня. Если этого не произойдет, они могут подать в суд и добиться выплаты в рамках трудового спора. Минимальная заработная плата устанавливается законом, а не договором, поэтому в трудовом соглашении снизить оплату труда меньше лимита в 520 евро невозможно. К другим темам. Каждый год в Германии осенью проводят конкурс тыкв. В этом году соревнование тыквенных селекционеров принимал Бранденбург. Победила тыква весом более 860 килограммов из Герлица. По словам владельца тыквы, каждый день он наблюдал и ухаживал за своей победительницей. В некоторые дни овощ набирал до 30 килограммов. И о здоровье. Диетологи советуют пить какао вместо кофе. Полезные свойства какао-бобов придадут бодрости и энергии, насытят организм витаминами и полезными веществами. Лучше всего пить какао в первой половине дня, заменяя им традиционную чашку кофе. Один стакан напитка поддержит нервную систему, придаст бодрости, не поднимая артериального давления. Детям какао не даст заснуть во время первого урока. При покупке какао важно обратить внимание на состав, указанный на упаковке. Важно, чтобы это был натуральный продукт без добавления различных красителей, ароматизаторов и сахара.